Привет, друзья! В последнее время среди мужского населения популярность бороды и усов заметно выросла. Во многих городах уже открыты десятки так называемых барбершопов, а большинство руководителей различных предприятий и компаний уже не так остро реагируют на бородачей, как это было раньше. Однако такое лояльное отношение к бороде и усам распространяется не во всех сферах жизнедеятельности. Например, летчикам гражданской авиации и пилотам военно-воздушных сил отращивать бороду и усы запрещено. Главной причиной этого запрета является безопасность полета. Так как управление самолетом – это дело очень ответственное и связанное с определенными рисками, то все правила, предписанные для пилотов, должны выполняться безукоризненно. Ведь от этого могут зависеть жизни не только экипажа и всех пассажиров самолета, но и людей, находящихся на земле. Самолет представляет собой набор довольно сложных механизмов и систем, которые перед каждым вылетом проверяются, а в процессе полета контролируются. Но это не дает стопроцентную гарантию того, что на высоте не произойдет какая-то нештатная ситуация. Так как самолеты для экономии топлива поднимаются на высоту 9-12 километров и летят в разряженной атмосфере, то в кабине и салоне авиалайнера искусственно создаются условия для комфортного нахождения там людей. Это и температура воздуха, и давление, и насыщенность воздуха кислородом. Но в случае какой-то нештатной ситуации, связанной с повреждением корпуса самолета и его разгерметизацией, кислород из кабины и салона очень быстро исчезнет, а на такой высоте дышать просто будет нечем. В такой ситуации для каждого пассажира предусмотрена кислородная маска, которая выпадает из верхней панели или из спинки впереди стоящего кресла, и пассажир должен в кратчайший срок надеть ее себе на лицо. Запаса кислорода хватит примерно на 15 минут, и этого времени будет достаточно, чтобы снизить самолет до такой высоты, на которой можно будет дышать и без маски. В этой ситуации жизнь пассажиров будет зависеть от правильности и слаженности действий пилотов. У каждого пилота есть своя кислородная маска, и в случае нештатной ситуации он должен за считанные секунды надеть ее себе на лицо, иначе есть шанс потерять сознание. В этот момент усы и борода могут сыграть злую шутку и помешать пилоту надеть маску быстро и правильно, чтобы она плотно прилегала к лицу. Получается, что обычные усы и борода могут стоить жизни десятков, а то и сотен людей. Поэтому пилоты в нормальных авиакомпаниях должны управлять самолетом с гладко выбритым лицом. Однако в некоторых африканских и арабских авиакомпаниях допускается наличие у пилотов растительности на лице. При этом усы и борода не должны быть пышными и должны отвечать определенным стандартам, иначе пилота попросту не допустят к полету. Кому понравилось видео, с вас лайк, подписка и комментарий. Ну а я пошел искать новые интересные и необычные факты. С вами был Алекс Мосс, спасибо за просмотр, до новых встреч!